Нового года в Таджикистане заработают новые правила перемещения общественного транспорта из регионов в центр столицы. Согласно указу председателя Душанбе Рустама Эмомали, введено новое постановление, касающееся регулирования въезда и выезда пассажиров в столицу из регионов. Прежде всего, постановление направлено на регулирование общественного пассажиропотока и уменьшение загруженности дорог. Для этого глава города внес изменения в решение мэрии от 2009 года. Чтобы обеспечить бесперебойную работу на дорогах, с 1 января решено ввести ограничения для заезда в столицу автомобилей, занимающихся перевозкой пассажиров из районов Ражской долины, Хатлонской области, районов Рудаки, Фаизабад и городов Рагун, Вахдат. Согласно решению, пассажиры, следующие по этому направлению, должны будут делать пересадку через городские восточные ворота со стороны города Вахдат в пассажирском терминале Шарктранс. Там же установлена конечная точка нескольких маршрутов общественного транспорта. А именно маршрутки номер 18-39 и автобусы номер 2-47 и 43 смогут дальше везти пассажиров в город. Пассажиры, заезжающие в Душанбе с района Рудаки и района в Хатлонской области через южные ворот города, будут пересаживаться на терминале ЗАО «Таджикмештранс», расположенном на выезде со стороны района Рудаки. Далее для въезда в столицу нужно будет пересесть на маршрутки номер 3, 5А, 33, 42, 56, 81, 88 или автобусы номер 1, 2, 43. Это решение пока не коснулось машин, заезжающих в столицу со стороны Варзоба, Сагдийской области и районов Гисарской долины.